Сегодня я купила укроп и петрушки для заморозки на зиму. Что я буду делать? Я помою и то, и другое помою, положу сушить. Просушить надо обязательно, иначе будет много влаги. И будет лед. Вот. Немножко влаги должно остаться. Кто-то замораживает зелень по отдельности. Я всегда замораживаю вместе, чтобы получилась смесь. Хвостики не надо резать, так только чуть-чуть, самое начало хвостиков. Помельче. Петрушка нарезана. Точно так же я режу укроп. Меленько. Ну вот, укроп и петрушка порезаны. Теперь я их перемешаю между собой и сложу в мешочек. Равномерно перемешаю, чтобы потом, когда резать зимой от этой палочки засушенной, колбаски от этой засушенной, чтобы равномерно попадался и укроп, и петрушка. Теперь беру мешочек и все туда ссыпаю. Потрясу, утрамбую, сложу и аккуратно замотаю. Все. Этого готово. Этого достаточно. Все. Пойду положу в морозилку. Конечно, это получилось не так много, но у нас сейчас в магазинах всегда все есть. Я куплю еще по пучку и еще заморожу, чтобы каждый раз не бегать со зеленью. Некоторые рекомендуют солить. Я вам скажу, что солить не надо, потому что соль вытягивает влагу. То есть у вас будет кляклая такая масса. Не нужно солить.